Привет, народ. Я допрыгнул вот до той башни. Сейчас попробую на камеру это сделать. На запись. Главное в кнопках не запутаться. А это сложнее всего. Прыжок, прыжок, вперед. Да нет, нет, к нам. В общем, вся сложность в чем? В том, что тут комбо прыжки надо делать, когда летишь. Потому что так он не долетает никак вообще. Ни в каком виде. Два прыжка, прыжок. Нет, надо отпускать вперед. Вот тоже нафига так сделали, блин. Прыжок, прыжок. Вот так надо сделать. Сейчас я попробую запрыгнуть сначала, а потом расскажу, как это сделать. Прыжок, прыжок. Да, вот так. Теперь так, 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 так. Почти долетел. Я перепутал порядок действий, поэтому не долетел вообще-то. Сейчас. Значит, надо что делать? Значит, надо разогнаться вот здесь. Два раза прыгнуть, делать рывок вперед. Вот так сделать. Потом... Оп! И мы на крыше. Ура! Ура! Сейчас я покажу, что здесь лежит. Открой. А, ладно. Я так обрадовался, что про взлом забыл. Ну, как обрадовался. Архивы, обрывки газет. Ну, это квестовый предмет. Для чего он нужен мне? Информация из старого мира. Ну да, обрывки газет. Вот. И в городе там тоже можно, ну, таким же макаром допрыгивать. Здесь копье лежит. Третья модель. Вот. Значит, как я это делаю? Чтобы... Ну, вот я разгоняюсь, так, сейчас рывок делаю, два раза жму вперед, быстро, вперед-вперед, два раза прыгаю, раз, два, два пробела, так, после этого я, вот я разогнался, два раза прыгаю, прыжок-прыжок, делаю рывок, потом нажимаю, нет, потом надо нажать, короче говоря, отпустить все кнопки, вот, прыжок, прыжок, два раза вперед, вот так вот сделать, а вот этот рывок я делаю, вот этот, который сейчас, через дрона как бы, так, 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 надо нажать, нет, не этот, это крутилка, надо нажать вперед, пробел и левая, правая кнопка мыши одновременно, то есть, вот, ну, вот, вот так. То есть вперед, пробел, левая, правая кнопка мыши одновременно. Должно получиться. Вот так должно получиться. И он очень далеко прыгает. Вот так вот.
Оп. Но это надо потренироваться и получится. С первого раза не получится. Проблема в том, что трудно нажать обе сразу две кнопки мыши. Ну, мне трудно, может вам проще будет, не знаю. Вперед, пробел. Может быть, А, нет, вперед даже не надо жать. Пробел. Пробел просто. А, пробел и две кнопки, во. Да-да-да-да-да. Ну, извиняюсь. Я думал, вперед надо жать. Пробел и две кнопки мыши. Все. То есть, последовательность действий такова. Разгоняешься. Прыгаешь два раза, делаешь рывок в пробел. Ай. Ай. Прыжок, прыжок, рывок. Ну, никак. На джойстике, конечно, это, наверное, проще делать. Ну, кто умеет. Прыжок, прыжок, рывок. Не хочет чудо. Ну, в общем, вперед нажать-то тоже можно. Так, раз, два, три, четыре. Молодец. Прыжок, прыжок, рывок. Нет, это не тот. Тут дело в том, что если... Если нажать... во время полета просто правую кнопку мыши, тогда он на дроне, ну, вокруг дрона. Она тоже как бы дальше продвигает, но значительно медленнее, чем вот это вот. Может, держать надо? На, попробуйте-ка нажать одновременно еще, блин, три кнопки. Блин, я уж хотел скрипт писать все это дело. Так, теперь вот так, и потом вот так. Да, вот сейчас правильно получилось. То есть сначала прыжок, 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 вперед. Что вовремя надо делать? Прыжок, прыжок, вперед. Ну, блин, вперед не получилось. Теперь вот эта хрень. Даже не получилось. В общем, вы, наверное, поняли уже, да? Прыжок, прыжок, рывок. Вот эта хрень, потом вот эта хрень. И потом вот так вот, да. И он приземляется на крышу. В данном случае нет. Ладно.